Доброе утро, друзья! 9 октября 2019 года. Поехали! В мире в этот день празднуют Всемирный день почты, День образования специальной пожарной охраны МЧС России, День провозглашения корейского алфавита, День национального достоинства в Перу, День риэлтора на Украине, Иван Богослов в народном календаре. Если на Богослова выпадал снег, то зиму ждали на Михайлов день. Знаменательное событие. 1780 год. Сформировался ураган, известный как Великий ураган 1780 года и ставший самым смертоносным ураганом Атлантики за всю историю наблюдения, унеся до 22 тысяч жизней за 10 дней. В 1829 совершено первое восхождение на гору Арарат. В 1874 году на всеобщей почтовой конференции в Бьорне учрежден Всемирный почтовый союз. 1965. Песня Beatles «Yesterday» возглавила американский хит-парад. Родились в этот день. 1926 год. Евгений Евстигнеев. Советский актер театра и кино. Народный артист СССР. В 1940-м родился Джон Леннон, английский музыкант, певец, поэт, композитор, один из основателей группы The Beatles. В 1955 году Марина Дюжева, советская и российская актриса театра и кино. 1959-й родился Борис Немцов, российский политик, государственный и общественный деятель. Этот день по лунному календарю. Сегодня до 17 часов 2 минут по московскому времени 11-й лунный день. Напряженный день, который считается самым сильным из всего лунного цикла, а также одним из самых удачных из всего лунного месяца, несмотря на суровость. В организме происходит пробуждение мощных сил. Сегодня можно увидеть, как реализуется то, что задумалось или наметилось в начале лунного месяца. После 17 часов 2 минут 12-е лунные сутки. Наступил тихий и спокойный день. День победы мудрости над чувствами и умом. Это и день успокоения и величия духа. День уединения, покоя, любви ко всему окружающему. Молитвы этого дня, вероятнее всего, бывают услышаны. Вот такой он 9 октября 2019 года. Благодарим, что досмотрели ролик до конца. Начинайте свой день с нами. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. Удачного дня!